Друзья мои, всем привет из супер дождливого, не солнечного города Владивосток. Нас тут заливает капец. Итак, у меня есть зонтик, у меня есть камера. Решил заехать на авторынок, снять для вас актуальные цены. Сегодня у нас 25 августа 2023 года. Зайду на одну из стоянок под зонтиком, поснимаю для вас цены. Посмотрите, что сколько стоит. То есть актуальные цены на сегодняшний день. Вот, ребят, значит, смотрите, какая ситуация. Не понять, что будет дальше с Ютубом, да, потому что ходят какие-то разные слухи, то он как-то вот притормаживается, то он блокируется, то его вообще могут заблокировать. Вот, соответственно, чтобы мы с вами не потерялись, нужно развивать другие сети. У меня канал есть на Яндекс.Дзен, ссылочка будет обязательно в описании под этим видео. Дальше, сейчас будем развивать сеть ВКонтакте, сообщество будем делать, туда тоже будет выкладываться видео. Естественно, это Инстаграм, и, естественно, это Телеграм. Телеграм тоже будем развивать. Пока, если честно, не знаю, куда какая информация будет выкладываться, но соцсетей очень много. Нужно находить как-то на это время. Сейчас вам покажу пару кадров, что у нас происходит во Владивостоке. Это просто жесть. Я сегодня утром поехал туда, куда мне нужно было приехать. Я так и не доехал. Машины повставали просто колом. Вот я не знаю, чем народ думает. Там лужа по пояс. Он прет на своей Короле. Вот прет. Либо там прет один на Лексусе, пошел на 450-м. И чё толку? И чё, что у тебя Лексус? Ну встал, все, утопил тачку. Народ, знаете, просто оказался в такой безвыходной ситуации, да, вот когда люди просто тупо стояли в пробке, а вода идет, вода прибывает, и вот она, ну вот ты сделать ничего не можешь, а считай, машину потопил. Очень много будет топляков уже пробежных. Дальше, друзья мои, позавчера тоже у нас был дождь, я также для вас снял видео, еще его не выкладывал, выложу его завтра. Там будет сравнение с ценами. Если ввести машину на заказ в Японии, и зашел на автомобили, которые мы купили, да, я вам приведу пример, покажу аукционные листы, скажу, сколько они стоят. Зашел на дром, посмотрел похожие, схожие варианты, вот, ну и рассказал, сколько они стоят. Там разница, короче говоря, нормальная разница в цене, если везти автомобиль на заказ в Японии. И то, да, сейчас пойдут машины, которые пойдут с новым утилем, там, ну, разница как минимум 500 000 рублей будет, да, на автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра. Ладно, не будем много разговаривать. Одеваем куртку, берем зонтик. Пойдем посмотрим, что сколько стоит. Вот. Мы занимаемся автомобилями с аукционов Японии. Хотите машину с аукционов Японии? Звоните, пишите, привезем. Хотите привезти машину с Кореи? Привезем. Хотите сделать подбор автомобиля здесь, во Владивостоке? Хотите вот вы себе филдера 4 ВД? Ну, готовьте 1 400 000. Приезжайте, найдем. На такую услугу записываться обязательно заранее. Также делаем штучные проверки автомобилей. Заходите на сайт drom.ru, выбираете автомобиль, сбрасываете ссылочку в WhatsApp. Я для вас делаю проверку. Ну, еще можем найти автомобиль без вас, сопроводить сделку, поставить на автовоз, либо ЖД, неважно. Друзья мои, мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Обязательно подписываемся ВКонтакте, в Дзене. Не забываем то, что есть у меня второй канал YouTube. Тоже на него ссылочка будет в описании. Подписываемся. Идем, смотрим видео. Самый бесстрашный поехал. Ну-ка. Куда он там поехал? Смотри, что делает. Видишь, этот стрим стоит черный. Реально утонуло. Охренеть. Еще один, короче, деятель полез, пошел. Вплавь пошел. Это чтобы вы понимали, да, ребят, как у нас дела тут обстоят.
Тачки тонут. Это что, просто она там сидит внутри? Я не знаю. Ну что там, Анюта, как ваш дела? Смотри, народ, блядь, за трубу держится, дорогу переходит. А у тебя там что? Лапки перевернуты, прикинь. Да тут старая. Лапки перевернуты. Люди по коленам в воде. Мы поехали. Чтобы вы понимали, как мы сегодня передвигаемся. Итак, находимся на авторынке «Зеленый угол». Посмотрим актуальные цены на сегодняшний день. Видео выйдет сегодня, 25 августа. Перед нами стоит Honda Fit, объем двигателя 1.3. Автомобиль 4 ВД, стоимость автомобиля 1 469 000. 3 балла аукцион. Рядом стоит еще один Fit, 2020 год, комплектация Home, 1 529 000 рублей, пробег 11 000, аукционная оценка 5 баллов. Машины эти не санкционны. Привезти машину под заказ можно. Можно. А дальше стоит Toyota Wish, популярный минивэн. 10-й год, оценка 4 балла. Стоимость автомобиля 1 380 000 рублей. Пробег 138 000. Следующий автомобиль, который стоит, это Eclipse, 18-й год, 4,5 балла. Пробег на автомобиле 56 000. 2 250 000 рублей. Дальше, друзья мои, стоит Toyota Vitz, 2019 год, 1 миллион рублей, 3,5 балла, пробег 73 тысячи. Toyota Passa, мода комплектация, 18 год, 1 000 000 рублей, 1 000 000. Да, цены, конечно, конь. Я реально в шоке от цен, то, что происходит. Но что делать? Есть такая категория людей, которым необходимо вот прямо сейчас, сразу. Есть, которые готовы подождать. Если машину везти на заказ, да, это будет дешевле, гораздо дешевле. Итак, 2018 год, гибрид, санкционный автомобиль, 4 балла, 2 миллиона 320 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser Prado, 5-местный, 18 год, бензин, пробег 32 тысячи. Так, ну ценничек здесь, цена у нас здесь не указана на автомобиле. Ребят, что касается корейцев, корейцы на рынке есть, но опять же, нет такого, да, то, что есть прям огромный, большой выбор автомобилей. Корейцев тоже привезем вам на заказ. Итак, 20-й год, 2 миллиона 500 тысяч, 3 миллиона 750 тысяч, а Леончик стоит 2 миллиона 50 тысяч рублей. Subaru Levorg. 1 миллион 725 тысяч рублей. Ну, блин. У меня, конечно же, просто нет слов. Значит, Voxy, двухлитровый санкционный автомобиль, VXB-шная комплектация, 4,5 балла, пробег 43 тысячи, 2 миллиона 800 тысяч рублей. Honda Freed, 13-й год, 1 миллион 165 тысяч рублей. Toyota Sienta гибрид, 1 миллион 650 тысяч рублей. Еще один Freed, 14-й год,
4 балла, 1 миллион 200 тысяч рублей. Honda Shuttle, пробег 60 тысяч, 3,5 балла, 1 миллион 450 тысяч рублей. Levorg, 1,6, он люкатый, STI, максимальная комплектация, 2 миллиона 195 тысяч рублей. Еще один Shuttle, 1 миллион 438 тысяч рублей. Honda Freed Spike, 12 год, 1 миллион 140 тысяч рублей. Обычный Freed, 12 год, 1 миллион 120 тысяч рублей. Nissan Sirena E-Power, 18 год, гибрид, 2 миллиона 120 тысяч рублей. Вот посмотрите, прадики стоят. Максимальная комплектация, люкатый, он на коже, 5 миллионов 799 тысяч рублей. Suzuki Jimny 1.3, 15 год, 1 миллион 425 тысяч рублей. Стоит у нас Jade RS, 1 миллион 790 тысяч рублей. Рынок, конечно, пустой в такую погоду. Я думаю, вы видели, что у нас происходило. Dodge сейчас немного успокоился, но обещают продолжение. Так, пока есть возможность, нужно снимать. Итак, перед нами стоит Suzuki Solio, ребят, 1.2, гибрид. Вот понимаете, да, какой-то гибрид. Одно название гибрид, а автомобиль идет санкционный. 16 год, 1 миллион 10 тысяч рублей. А дальше идет Impreza, двухлитровая, 16 год, 4 ВД, 1 миллион 475 тысяч рублей. Toyota Aqua, 1 миллион 598 тысяч рублей. Девятнадцатый год, 1 миллион 295 тысяч рублей. Но это максималка, GS Custom комплектация, пробег 65 тысяч. Ого! Вот это да! 1 миллион 325 тысяч рублей. 55 тысяч пробега, аукционная оценка 4,5 балла. Suzuki Ignis 1 миллион 125 тысяч рублей. Ребят, все вот эти вот машинки, все они есть на сайте drom.ru. Не путайте, пожалуйста, автомобили на Авито. То есть, если вы скидываете автомобиль на проверку, скидывайте с сайта drom.ru. Кстати, чтобы заказать проверку автомобиля, копируйте ссылочку, отправляйте мне ее в WhatsApp. Jimny 19 год, это идет полторашка. Пробег 20 тысяч, 1 миллион 920 тысяч рублей. Pajero Mini 12 год, они все идут 660 кубиков, короче говоря, 0,7, 710 тысяч. N-Wagon 715 тысяч, 14 год. Еще один N-Wagon, это Custom, это Turbo, 757 тысяч рублей. Стрим, пробег на автомобиле 54 тысячи. Один миллион 230 тысяч рублей. Друзья, значит, скорее всего, завтра выйдет видео. Я его снял позавчера. Сделал такое, знаете, для вас небольшое сравнение цен. Там 3 или 4 автомобиля посравнивал. Автомобили, которые мы купили для вас, да, для наших клиентов на заказ с аукционов Японии. И просто зашел на дром, посмотрел, сколько подобные автомобили стоят здесь. Но цена, разница, конечно, существенная. Там разница начинается от 150 тысяч рублей, если везти сейчас машину на заказ с Японии. Сейчас, которые машины будут сюда приходить, они будут стоить еще дороже. То есть все, знаете, элементарно просто. Вот берем с вами популярный автомобиль, да, не то что популярный, а средний автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра. Так вот, машина с 1,5-литровым двигателем, к ней будет прилипать утилизбор 528 тысяч рублей. Вот и считайте сами, это как минимум машина подорожает на 500 000, а плюс еще ж нужно что-то заработать. Считайте разницу, какая будет разница. Ну, я еще раз повторюсь, да, есть две категории людей, которым нужно, вот пришел, взял,
купил, сел, поехал, неважно сколько денег. А есть, которые хотят сэкономить и готовы подождать. Итак, ВИЦ, 19 год, 4,5 балла, 950 тысяч рублей. Еще один ВИЦ, 19 год, 1 миллион 200 тысяч рублей. Ну, это, наверное, гибрид. Да, это стоит гибрид у нас. ФИТ, 12 год, 1,3, старый ФИТ, 887 тысяч рублей. Еще один, значит, Спайк, Фрид. Блин, ё-моё, вот эти вот Спайки, Фриды 12-х годов брали там по 850 тысяч рублей. 1 117 000. Еще один 1 147 000. Фрид 1 535 000 рублей. Это свежий Фрид, это гибридная версия, санкционный автомобиль. Инсайт 9-й год, ценник не указан. Еще один N-Wagon, 16-й год, Gel Package, рестайлинг, кстати, это идет, 780 тысяч рублей. А Honda Grace такой, я в своих видео постоянно об этом говорил, знаете, машину недооценили ее. 1 миллион 120 тысяч рублей. Там у нас Step спрятался, 12-й год, 1 миллион 635 тысяч рублей. Инсайт у нас стоит, 9-й год, 885 тысяч рублей. Форестер, 15-й год, 4,5 балла, пробег 82 тысячи. Я думаю, где-то 2-300 он стоит. Охренеть, 2 миллиона 230 тысяч рублей. Я своего Форестера продаю за 2 миллиона с пробегом 55 тысяч, 17-й год. А форики, вот такие вот свежие форики, 19-е, 20-е, 18-е года стоят где-то, ну, допустим, если премиум комплектация, 3300, 3400, ну, с ума просто сойти. Итак, Reactis, это 11-й год, он идет на климате, 897 тысяч рублей. Это у нас Toyota Corolla Axio, 1 миллион 215 тысяч рублей. Пойдем посмотрим, вон автобусы, не вижу, сколько стоят. Это у нас NOH, автомобиль 2016 года выпуска, две двери, ну, я так понимаю, он стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Еще один Румик Танк, 20-й год, это автомобиль идет 4 ВД. Кстати, двигателя здесь идут литровые, есть турбо, есть не турбо, 1 миллион 75 тысяч рублей. Стоят у нас Прадики еще. Интересно, цена есть на Прадиках или нет? Леворг, 1 миллион 425 тысяч рублей. Так, ребята, не Леворг, да, а Импреза. Импреза это стоит. Значит, поговорил с продавцами. Ну, чтобы вы понимали, 5,5. 5,5 миллионов. Жук, 1 миллион 357 тысяч рублей. Ребят, что касается выбора автомобилей, выбор есть. То есть, ну, реально, прям выбор автомобилей хороший. Как видите, стоят даже автомобили за рынком. Дождик начинает потихонечку успокаиваться, как бы народ подтягивается смотреть автомобили. Видишь, 1 миллион 375 тысяч рублей, Танта 765 тысяч. Румик 930 тысяч, 4 ВД, ФИТ, пробег 28 тысяч, цена на автомобиле не указана. Ребят, ну, получился вот такой вот видос незапланированный, я его снимать не планировал, но оказался я сегодня на рынке, оказалась у меня камера под рукой, оказался у меня зонтик, чтобы я не промок. На улице, еще раз говорю, жесть, я думаю, все прекрасно видели, да, вот еще раз говорю, что у нас происходит. Сейчас обещают какое-то еще усиление. В общем, вот такой вот спонтанный получился видос. Я хочу напомнить, чем мы занимаемся. Занимаемся мы автомобилями, возим машины для вас с аукционов в Японии. Еще раз напоминаю то, что по ценнику завтра, я думаю, завтра, да, выйдет видео, прям увидите, какая разница будет в цене, как минимум 150 тысяч рублей. Следующий момент, вы можете приехать, мы с вами встретимся на авторынке «Зеленый угол», выберем вам автомобиль, сделаем дальнейшее сопровождение, замена масел, фильтров, магнитофонов, обклеить автомобиль и так далее,
и тому подобное. На такую услугу записывайтесь обязательно, обязательно заранее. Также можем проверить вам автомобиль, который вы найдете на сайте drom.ru. Не Авито, не Автору, а сайт drom.ru. Кстати, возим автомобили только полнопошенные. Конструкторами, автомобилями без документов я не занимаюсь. Вот, по этим вопросам ко мне, пожалуйста, не обращайтесь. Можем сделать подбор автомобиля без вас. В общем, более подробно за услугами пишите мне WhatsApp. Ребят, и немаловажно, да, то, что мы работаем по договору.